Также на магнитоле можно сделать разделение экрана. Мы берем, например, наш навигатор. Зажимаем клавишу навигации, разделить экран. И здесь выбираем, например, приложение, которое нам надо. Ну, пусть это будет там, грубо говоря, настройки или радио, без разницы. Здесь у нас навигация в маленьком окошке. И здесь же, например, мы одновременно можем пользоваться там, любым другим приложением. Можно видео, можно ютубом. Так что вот так. Чтобы закрыть приложение, мы свайпаем либо сюда, и открываем ее на полный экран. И вот так. Вот так вот.